Привет, ребят! Сегодня у нас будет влог на мой канал. Мы сейчас идем с Миланой гулять в город. Идем сейчас на Арбат улицу. Вот Милана здесь. Всем привет! Когда уже будем там, уже включусь. Ребят, мы уже приехали. Мы сейчас стоим на переходе. Вот там вот наш уже Арбат. Мы идем гулять. Да, вот здесь вот так красиво. Но, как обещаю, будет сегодня смешным. Отвечаю. Ну, вот так вот здесь очень красиво. Сейчас перейдем дорогу. Ребят, здесь вот уже Арбат, мы уже перешли дорогу, здесь KFC, Starbucks, Сирол, самое хорошее кафе на Арбате. Милана меня туда ведет, туда за кафе, Тирол. Да, Тирол, Милана? Да, мы едем. Ну вот так здесь. Пошли сфоткаешь меня вот здесь, так хорошо, прям. Анна, Милана все знает. Я еще ни разу не был в этом кафе. Да, я здесь постоянно. Ну, посмотрим, ребят, покажу вам. В дальний момент. Ну, здесь очень красиво, зелени очень много и разных магазинов. Ребят, мы уже сделали заказ. Я заказала себе кесадилью, и мы заказали с Миланой себе курочку в пикантном сливочном соусе, две порции и кола. Если что, потом закажем еще что-нибудь. Пока мы сейчас покушаем, пообедаем, да? Да. Ребят, там уже принесли первый заказ. Это кесадилья. Вот так она выглядит. И колу принесли. Сейчас будет дегустация. Ну, давай, Мила. Это у нас кесадилья и с грибами и сыр. Это потрясающе вкусно. Обалденный вкус. Тирол. Самый лучший кафе на Арбате. Ребят, нам уже принесли второй заказ. Это у нас курочка в сливочном соусе с рисом. Рис, ну, да. Вот попробуй, Мила. Ну, давайте начнем с меня дегустейшн. Очень вкусно, сочно. Классно, да? Да. Пожелайте нам приятного аппетита. Мы будем обедать уже. Ребятки, мы уже покушали с Миланой. Вот, ребят. У нас такая классная подача. Мне она очень понравилась. Прям такие молодцы официанты. Такую классную подачу придумали. Сейчас мы уже, наверное, пойдем погуляем. Мы уже покушали с Миланой. Сейчас мы идем уже на улицу. Гулять.
Дед, очень классное кафе. Мне очень понравилось. Классно, да, Мила? Да. Ребят, мы уже покушали, сейчас уже идем в Starbucks. Возьмем нам фраппучино карамельный со льдом. Холодненького что-нибудь. И пойдем дальше гулять и показывать вам. Да, Миланочка? Ребят, меня не пустили туда, потому что у нас нет масок. Вот у Миланы одна маска была. И она пошла покупать нам кофе. Ребят, мы уже купили нам фраппучино. У нас ванильный, мы хотели карамельный. Но карамельного не было. Не было, да. Ну, Милана, как? Вкусно. Очень сладко, да? Да. Мы будем пить уже и пошли гулять дальше, да, Милан? Да. Мы все пошли. Он такой холодный. Да, холодный. Лед рубленый. Да. Милан, как у тебя там написано на коктейль? Ну, я шахиня. Соответственно, для такой шахини, как я, это фокус с тобой. Это шахиня Милана. Понятно. Ну, для шахини нужен коктейль, как у шахини, правильно? Ребят, мы уже близко к сумму, сейчас уже идем. Я хочу пошопиться немного. Ну, там как в кавычках шопинг, да? Да. В кавычках шопинг. Гуляем, очень классно на улице. Мы пьем с Миланой на шахине. Да, шахиня Милана. Ребят, мы пришли в пассаж. Милана, что посмотреть себе решила? Потому что нам скучно, мы хотим гулять. Ребят, мы уже поднялись на второй этаж. Я уже выпила свои фраппучино, уже у меня его нет. Жаль, еще хочу. Оно очень вкусное. Сейчас здесь смотрит что-нибудь, платье какие-то. Погулять скучно дома. Ребят, мы уже вышли из пассажа. Милана посмотрела себе вещи. Я вам сняла, что им. Я бы, короче, себе заказала. Будет с доставочкой на дом. У меня все сейчас не взяла. Потому что не было моих размеров. У меня размер великоват. Я человек роскошный. Сейчас идем в мегапарк, там еще погуляем. Мегапарк, там может тоже пошопимся, да? Нет, уже не будем шопиться. Ай, дыри, дыри, дай, дыри, дай, дыри, дай. Ай, дыри, дыри, давай. Ай, дыри. Ребят, мы уже очень устали, пока идем до этой Сейфулины. Милан, ты что на Сейфулиной? Она осталась одна улица, и мы уже будем возле Меги. Мы будем возле Меги, да, Мила? Да. Я вообще хочу в Риксос. Чего это Мега? Я хочу в Риксос. Ну, где твой папа? Сейчас приглок. Ребят, сейчас мы проходим изолятор. Коронавирус! Коронавирус! Наша любимая Мега, да, Милан? А? Наша любимая Мега, да? Мы просто обожаем ее. Вы здесь каждый день? Да, ребят, она нам очень нравится. Мы здесь подготавливались к мукбангу, да, Милан? Да, на Макдональдсе. Ну, вот та самая кафешка. Да, ребят, наша кафешка. Ну, мы уже пили Starbucks, да? Мы уже наелись, но я не могу. К сожалению, я еще не наелся. К сожалению? Ну, съешь меня. Ребят, мы сейчас идем с Миланой в Бершку. И черные. Классно, да? Да, у меня и черные. Ладно, ребят, мы будем посмотрим что-нибудь еще. Пока отключимся. Ребят, сейчас мы идем в Марвин. Покажу вам, что есть в Марвине. Здесь есть много книг. Я бы себе почитать что-нибудь. Мишка, это вообще читать умеешь? Английский шаг за шагом, смотри. Ну, вот английский можно подучить. Я английский знаю. В кавычках.
В смысле, я же занималась. Вот я английский, вот у меня он плохо идет. Но вот турецкий вот. У меня английский лучше. Вот у меня турецкий. Вот у меня английский лучше. Любое слово. Хочу конфет еще. Или бургер. Какие? Я брала. Да, вкусный? Да. А вот такие брала? Да, вот эти. Вот эти. И кока-кольные. Большую жвачку. Это очень интересный магазин. Мы будем смотреть пока. Потому что очень долго будем снимать. Он очень большой и очень классный. Да. Мы с Миланой купили вот такие. Фанни? Да. Вкусно, Мила? Да. Да, очень. Ребята, мы уже съели наши сладкие штучки, что мы купили. Да. И уже, наверное, сейчас уже поедем домой. Потому что мы очень устали. Да, ребята, очень устали, мы с Миланой. Все уже, конец дня подходит. Может быть, вы целый день сегодня будете с нами. Пишите, если вам нравится наш влог, мы будем снимать еще больше. А если мукбанг, то мукбанг. Ребят, мы решили еще пройтись по улице, еще погулять чуть-чуть. На улице такое солнышко. Время сейчас 18:30. Так, мы еще погуляем сейчас и еще уже скоро пойдем домой. Ребят, мы уже взяли машину, сейчас заедем домой. Ребят, мы еще приехали с бабушкой Шолохов. Там вот сейчас бабушка. Будем. Кайфуем. Здесь Людмила у нас, Милана и бабушка. Салам алейкум. Привет, подписчики. Привет, подписчики. Всем подписчикам привет, ставьте все лайки, все пишите комментарии, мы будем снимать почаще вам видео. Ну что, за вас, пьем, счастья, здоровья. Квас пьешь, квас? Осторожно. Попахнешь. Ребят, вот что мне принесли. У Миланы сейчас пиво. Людмиле принесли суп, а бабушка пьет сейчас чай. Что снимаешь, братан? Привет, всем привет! Опа, опа, делай опа! Давай, пел! Ребят, мы уже потанцевали с Милордом и Марселем, а сейчас мы с вами будем прощаться. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Жмите на красную кнопочку подписаться, вот она. Не забудьте колокольчик, чтобы вверх смотрели мои новые видеоролики. И на мой инстаграм. Вот мой инстаграм, углымилан. Обязательно подписывайтесь, и там я вас оповещаю о моих новых видео на канале. И на мой телеграм-канал. Вот мой телеграм-канал, Милан Шоу. Там я общаюсь с вами на тему новых видео и просто с вами общаюсь. И на мой тикток, ребят. Вот мой тикток, Оглы Милан. Обязательно подписывайтесь, у меня там закрытый аккаунт, но я вас приму. Ну все, ребят, всех люблю, обнимаю, до новых встреч, в новых видео.